Может, вы меня пустить? Никто не может потревожить костяного владыку без разрешения его советника. То есть так, да? Всадник? В королевстве мертвых? Нет, нет. Ни в коем случае. Я должен поговорить с костяным владыкой. О, это невозможно. Мой господин сейчас в своем мире. Туда дорога закрыта даже таким, как ты, всадник. А ты ему зачем нужен? Как вешалка? Впрочем, есть один способ вернуть его оттуда. Золотая арена. Там смертным дается последний шанс избежать гибели. В том числе победитель получает право встретиться с королем. Победи чемпиона арены и возвращайся ко мне с его черепом. Тогда его величество примет тебя. И где эта арена? Не волнуйся, всадник. Мы уже на месте. То есть так вот, да? Ладно. Позволь мне поговорить с костяным владыкой, и я пощажу вашего чемпиона. Возможно, и тебя тоже, советник. Ты не можешь убить то, что уже мертво. Но ты можешь попытаться. На арене. Забудь то, что я говорил о пощаде, привратник. Расскажи мне о короле мертвых. Он правит целую вечность. Его слово — закон. И его время бесценно. Я забочусь о том, чтобы он говорил только с теми, кто достоин. Значит, тебе не часто приходится его видеть, советник. Что понадобилось Эхидне в вашем царстве? Насколько я знаю, у нее есть свое собственное. Да, сумеречный мир, Исилик, где слепые сестры плетут свою паутину. На заре правления моего повелителя многие его враги сбежали туда. Мы охотились на них. Самой Эхидне чудом удалось ускользнуть. Возможно, она прячется здесь и все еще вынашивает свои дьявольские планы. До твоего короля были и другие, да, советник? Тут был другой. Существо по имени Аргул. Но он был слишком безумен, чтобы усидеть на троне. Я помог моему господину избавиться от него и даже убил кое-кого из его подручных. Что бы мой господин без меня делал? Поосторожнее на арене, всадник. Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Я думаю, твой господин правил бы что очень еще? Хорошо. Ну что ж, ладно. Нам намекнули, что ничем хорошим это не закончится. Я его услышал. Так, мне нужно прокачать умение. Что у нас по жажде? Вероятность критического удара врагам, пораженным жатвой, увеличивается. Вероятность критического удара жатвой увеличивается. Ага. 1000 урона. Неплохо. Сколько стоит 200 единиц ярости? У нас где-то 400 или что-то около того. О, стоп, да ладно, у меня взрыв трупов не прокачан, серьезно? Как это я так умудрился? Чисто же наносим прям 2 единицы за атаку упыря. А, поражает врагов в радиусе 50. Все на хупырей. Давайте купим. Они, пораженные жатвой, ненадолго получают больше урона от всех атак смерти. Увеличивает урон на 10 с каждым пораженным врагом. Ага. Так вот о чем он говорил. Я теперь понял, друг мой, о чем ты, Ромка, я понял.
Сжатую приносят энергию жнеца, приносят дополнительные 8 единиц жизни. Хорошо. Ну, мы пока вот так прокачаем. Думаю, это не сильно не поможет, в общем-то говоря. А давайте сделаем ЛБ. ЛБ-Y. Будет жатва у нас. Пойдем на арену. Ой, что-то как-то туман прям резко так появился. Я ж чуть не перекатился. Не перегадился чуть от такого страшного тумана. Хорошо. Мы готовы идти к арене. Раз нас так хотят там видеть, у нас нет иного выбора, друзья мои. Придется пойти на арену и таки убить их главного воина. Вы что тут кусаетесь над моей башкой? Ну да, 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 я понял. Вы друг друга недолюбливаете. Ну или наоборот. Хорош, короче, ребят. Все? Успокоился? Молодец. О, старый друг. Ты что здесь забыл? Подходи, налетай. Покупай мой товар. Как ты сюда попал? Торговцу ведомы многие пути. Не о всех он может рассказать всаднику. Хитрозады, ё-моё. Ладно, давайте немножечко поболтаемся тут. Ух ты ж, страница книга мертвых. Вот такая неожиданность, вот такая неожиданность. Надо встретиться скоро будет с кое-кем, сами знаете зачем. И продать, кстати, веселому другу. Мы же ему, по-моему, артефакты будем продавать, да? Выбирай, что любо твоему сердцу. Что любо? А если у меня нету любы? Получено очко умений, серьезно? То есть, ни хрена себе. То есть, за крутую реликвию он дает нам очко умений? Круто. Это классно, я бы сказал даже. Увеличить урон на 15, скажем, пораженным врагом. Давайте прокачаем, думаю, тогда вот так. Будем наносить 1000 и врагов поражать в 25% всех врагов, которые, да, попадут. Тебе тоже удачи. Ну что ж, у нас как бы арена. Мы как бы крутые, наверное, или не очень. Ой, чувствую, жопа больно ждет тут. Ха. Найди 3 мистические камнедоли. Надо было, наверное, объединять их все-таки каждую со своей, а не просто так. Можем спуститься ниже, но нам, видимо, сюда. Вау. Опять же льдедок на троне, да? Ага, это типа смерть. С помощью Б можно взаимодействовать с фонарями. Ну и... А, в этом смысле взаимодействовать с фонарями. Я понял. Таким образом мы открываем ту или иную дверь. Хорошо. Я усвоил урок, дорогие друзья. Я усвоил урок. Так. Видимо, это где-то либо либо снизу, да. Кабум. Сапожки. А что еще здесь есть интересного? Как нам, кстати, подняться наверх? А, подняться вот тут. Все ясно, понятно. Все ясно, понятно. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Здесь получается наоборот, что ли, наверху? Или... Стоп. А ну-ка, на-ка. Ха! Чуть меня не обманули. Чуть меня не обманули. И что вы, а, разработчики? Какие хитропопые. Но мы-то думаем иногда головой. Правда, иногда, но думаем.
Это главное. Так, теперь пробежаться по стеночке, схватиться, пробежаться, пробежаться, схватиться. И, кстати, это наш ворон. Я думал, там еще одна цепляться можно. Ну окей, это был всего лишь ворон. Нам, видимо, все-таки вперед. Видимо, мы дошли до арены. Внимание! На арену выходит претендент. Но что ему нужно? Освобождение от смерти! Нет. Он еще жив. Тихо. Он сам все расскажет. Говори, претендент. Я собираюсь победить вашего чемпиона. Все претенденты так говорят, но большинство умирает в муках. Их души погибают, а наш чемпион становится все сильнее. Хватит! Давайте сюда вашего чемпиона. Да. В нем чувствуется сила. Он может сделать то, что задумал. Но наш чемпион не собачка, которую можно позвать. Ты должен привлечь его внимание. В этом алтаре его сила. Души всех, кого он победил. 3 камня душ ты должен положить на алтарь. Тогда наш чемпион восстанет. А нельзя было просто взять, вызвать его на арену, сказать типа: чувак, я тебя убью, и он бы вышел к нам. Нет, так это не работает. Конечно, ну куда же, как же иначе-то, естественно. Ладно, пойдем за алтарем. На алтарь, бла-бла-бла, положить. Я могу и так положить на алтарь. Без просьб и всего прочего. Не знаю, мне куда-то наверх, но я попробую вниз спуститься, вдруг там что интересное. Знаете, в чем проблема на самом деле, ребят? Проблема заключается в том, что из-за какой-то кучки тысяч идиотов, которые попытались сражаться с этим ужасным монстром, мне придется биться с ним и ощущать силу всех тех душ, которые он победил. И знаете, это проблема как бы из-за того, что идиоты умерли, а я должен это как-то невозможно со всем этим разбираться. Ну да ладно, ладно. Будем этим заниматься по мере поступления проблем. Внизу там выход на арену, там ничего нету, собственно, кроме этого. Поэтому мне надо как-то уже наверх подниматься. Я думаю, что там мы найдем то, что мы ищем. Что пока что я не вижу ничего интересного. Здесь, в принципе, ничего пока интересного нету, кроме вот этой дверцы, которая ведет, видимо, к первой нужной нам вещи. Опять спиральные лестницы, которые я до ужаса терпеть ненавижу, но... Окей, разработчику видней. Разработчику видней? А мне ни хрена не видней. Ну да ладно. Будем слепо следовать воле разработчика. Можно было бы на самом деле, наверное, спрыгнуть вниз, но вдруг здесь будет что-нибудь интересненькое. А может и не будет, не знаю. Разбиваем попутно все и вся, что мы видим. Мы же злые я не люди. Могу. Это невозможно. Вот знаете, когда мне не нужно зелье здоровья, мне их выпадает десятками тоннами просто. Когда оно действительно нужно, хрен оно вам выпадет. Это проблема, серьезно. Ну почему это не работает? А нет, это работает.
Это, кстати, неплохо сработало. Он, считай, вырубил таким образом почти всех здесь. А, ты еще кто? Она не так дорого стоит, я вам скажу. Что определенно является неким плюсом. Я не могу. Это невозможно. Кажись, все. Теперь найти эту жужжащую падлу, которая где-то вот прямо вот здесь вот жужжит надо мной. Я не могу. Так, давайте сделаем вот так, сделаем вот так, возьмем вот это. Где эта жужжащая падла? Вот она. Отлично. Так, вроде я там ничего не забыл, да? Вроде там... Да, вроде все собрал. Хорошо. Туда ли я иду, я не уверен. Но, по крайней мере, я куда-то двигаюсь. Туда или нет, буду разбираться уже по ходу действия. На данный момент... Так, хорошо. Смотрел, что у нас запись идет минут 20. Это классно, это прям хорошо. Так. Осознал, вниз мне не надо. Как бы мне так перенаправить этот луч куда-нибудь... Монетка. Куда-нибудь, чтобы мне было все хорошо. Я его перенаправить пока не могу, да? Ну да. Что, в принципе, логично, потому что он... Что у нас открывается? Ага, у нас открывается... Этот проход. А я не помню, кстати, как нам брать что-либо. Стоп, а как нам переключаться, кстати говоря? Вот мне нужна, например, вот эта штука, хватка. Ага, вот оно. Вот теперь я не буду страдать фигней. Все, я понял, простите, это мой косяк, ребят. Мой личный косяк. Вы тут ни при чем. Игроки, которые играли в эту игру, здесь тоже ни при чем. Это невозможно. Это чисто мой фейл. Короче говоря, да, я понял, почему я все время через попу левой ручкой цепляюсь. Все делаю неправильно. Все, и во всем виноват сам. Все. Я понял. Что-то я, по-моему, зря это сделал, нет? Упс. Так, а как мне туда тогда пройти, простите? А, или я могу... Genius ли? Я, короче, фонарик у него отобрал. Ха! Я могу отбирать у этих статуй фонарики. Так, фонарик я у него отобрал, хорошо. Но туда-то я все равно таким образом не пробегу. Кстати, фонарик прикольно выглядит, вам нравится? Мне нравится. Куда мне надо в итоге фонарик-то поставить? Надо разобраться. Фонарик. А, стоп. Да, глуханулся. Опять. Стой. Держи мне дверку. Я пошел. Ай. Что-то пошло не так. Что-то опять пошло не так. Сори. А, там вообще прыгать не надо. Я думал, там просто дальше прыгнуть. Ух. Вроде я приземлился куда надо.
Куда надо, я приземлился. Только мне все равно фонарик нужен. А еще мне нужно что-нибудь, что вот здесь вот делается. Ты же открываешь, да? Да, отлично. А, блин. Зачем я сюда-то пошел? Мне же нужно просто наверх забраться и фонарик притянуть рукой. Рукой, а не ногой, друже. Вот, отлично. Теперь мне эта штука не нужна. Великолепно. Идеально просто сработано. С фонариком я прям божу. Чтобы положить переносимый предмет. Вау! А он красиво его положил, я вам скажу. Мне понравилось. Так, устанавливаем. Установили. А знаете что? Я хочу вот сюда пройти. Почему сюда нельзя пройти? А, понял различие. Там, видать, будет открываться. Ой, я лоханулся. Ну ладно, уже без разницы, в какую сторону теперь вертеть. Уже, как говорится, без разницы, в какую сторону нам вертеть. Ладно. А, что у нас здесь? Здесь у нас ни черта нету. У нас, в принципе, нигде ничего нету. Там какая-то штука. Вот я тебя слышал. Гадость ты такая. А, я понял. Теперь мне как раз нужен пистолет. А, стоп, слушайте. То есть их можно... А нельзя через... Нет, через уклонение, к сожалению, нельзя, я понял. Я понял шутку юмора, через уклонение, к сожалению, нельзя. А можно сделать зато вот так и вот так. Вот так. И теперь мы будем автоматически выбирать, например, пистолет, либо нашу руку. Такие дела. Все, понял, осознал, врубился, втек, не знаю, что-нибудь сделал. В общем, все понятно. Что-то только что взорвалось. Видать, это... Что это? Камень душ. Камень, наделенный силой оживлять спящие ужасы. Для того, чтобы возродить чемпиона арены, нужен каждый из трех камней. Почему-то мне кажется, что я зря выдернул этот камень. Ну ладно, давайте пройдемся обратно. И почему я не удивлен? Ладненько. У меня и на вас есть. Все? Не все, окей. Еще один скрабей. Отлично. Но против скрабеев я думаю, что я правильно начал использовать именно эту штуку. Она... Я не могу. Их малость повредила, это дало мне некий плюс. В общем, все сложилось отлично, на мой взгляд, хорошо и качественно. Такие вот дела. Что же я хочу? Я хочу отсюда выбраться. Мне дали пройти вот сюда. Выставили против меня каких-то двух непонятных скелетов, которые непонятно зачем были вообще здесь поставлены. Ну, то есть, если я только что уфигарил армию таких скелетов, я что, двоих не убью, что ли? Ну ладно, разработчикам виднее. Разработчикам виднее. Разработчикам определенно виднее. Ладно. Камень силы.
Окей. Так мне вас истреблять намного проще. Карта подземелья. Вы нашли карту. Отлично. Я нашел карту. Замечательно. Я не могу. Почему я не могу тот это гробик невозможно. Разбить? Да он неубиваемый. Ладно. Слушай, если скелетики будут так находиться внутри, я их прям всех так убью, что мне так даже нравится. Сюда можешь прыгнуть? Спасибо. Я только за. Вот, смотрите, все, скелетиков больше нет. Ля-ля-ля-ля-ля. Радости полные штаны у нас. Кажется, что здесь что-то есть, но здесь ни черта на самом деле нету. Просто разработчики меня кинули. Все, больше скелетиков-то нету вроде, да? Да, больше скелетиков я лично не вижу. Какие вот дела. Здесь есть какой-то рычажок, который, видимо, открывает дверь. Кабум. Так, первую часть мы, короче говоря, сделали. А, можно переключиться, можно не переключаться, тут не важно. На нафиг первый рок. Да, это очень страшно. Ну что же, они попытались хотя бы. Ну, хоть что-то попытались сделать. Что-то скелет воин какой-то не очень. Он как-то более крутой, что ли. Мне не дают, кстати, выйти через эту сторону. То есть через ту, через которую я пришел, мне выйти не дают. Не дают выйти через обратную сторону. И я могу здесь тоже все разбивать. Там, кстати, он лежит за средней дверью. Секретик, который пока непонятно как взять, но возможно, когда мы будем проходить арену, мы как-нибудь его возьмем. Хорошо. С какой стороны мы приходили? Здесь сидит вот этот черт. Здесь сидит второй такой же. Дальше нам нельзя, потому что здесь все закрыто. Ну, думаю, что там будет как раз последний кусок важной детали. Нам можно, кстати, наверх. Мне интересно, что будет за босс. Я пока не знаю. Мне очень интересно. Я хочу попробовать сюда зайти. Сюда я забрался. Отсюда какие-нибудь подвижки есть? Нет, но есть подвижки, если мы заберемся выше. А выше мы забраться пока что априори не можем. Возможно, там наверху что-то есть. А может, там ничего нет, не знаю. Всякое может быть. Здесь мы наверх никак не заберемся, видимо. А зачем, спросите, я иду сюда? Я не разведал маленькое углубление. Там было, можно спуститься еще ниже. Типа я думал, что там можно спуститься ниже, но походу нет. Давайте просто проглядим. Может быть, там действительно все-таки можно спуститься, но... Нет, там как-то все совсем плохо. Спуститься ниже нельзя. Спуститься ниже нельзя, я зато понял, как можно... Шушуть подняться. Ай. Что-то я недопонял сейчас. А как мне подниматься-то тогда? Давайте руку даже возьмем специально. А. Я понял, да, все. Легкий способ на самом деле спуститься. И подняться.
Да, мой косяк, там действительно пройти дальше нельзя, но мне показалось, что там можно пройти, я ошибался, простите. Простите меня за это. И я потратил немножко вашего времени. Возможно, я это вырежу, а может и нет, не знаю, посмотрю, будет видно. Вы меня просили, в принципе, ничего не вырезать, так что, скорее всего, ничего вырезать я не буду. Так, мне в другую сторону. Ну, я стараюсь не вырезать, по крайней мере, если я там просто очень-очень долго просто тупо бегу в какую-нибудь бесполезную сторону... Мне придется идти одному. Ну, смысл мне это показывать, правильно, если я ничего не делаю, просто бегу. Поэтому как-то так. Я думаю, что это не стоит особого показа. Хотя, опять же, если вы захотите, я могу и это не вырезать. Мне не сложно. В любом случае, единственное, что я буду вырезать, наверное, это то, что... Если я решу, например, кому-нибудь ответить на телефонный звонок, вот это я вырезать, скорее всего, конечно же, буду. Потому что навряд ли кому-то будет интересно. Но даже если кому-то и будет, я все равно это буду вырезать. Такие дела. Ладненько. Давайте поглядим. Мы здесь, как я понимаю, тоже не можем никуда пройти, но там есть сундучок. Сундучок, я иду за тобой. Статуя там ничего нам не скажет по поводу того, что мы стырили сундук. Как ты стырил наше сокровище? Нет, такого не будет, ну ладно. Ой, что-то я не ту кнопку нажал, простите, хотел прокатиться кувырком, а нажал два раза ударить за место этого. Бывает, бывает. С кем такого не бывает, со всеми, наверное. Со всеми не бывает, только со мной бывает. Так, ладно. Давайте рушим всякие мелкие эти. Без этого, к сожалению, никак. Они нам дают заветное золотишко, которое мы ниоткуда больше не получаем. Ну, почти. Из мобов, конечно, тоже получаем, но там не так много. Так, это, видимо, либо с той стороны... Либо как-то с этой, ну сейчас глянем, ладно. Так, вот здесь есть полезненький сундучок, за который нам, скорее всего, придется сейчас побороться. То есть, если мы его возьмем каким-то образом, мы, видать... Ага, с этой стороны его не взять, да? Или все же, или... Нет, никак, ну ладно. Видать, не так просто. Ну, нам в наглую такого, типа, показали, типа, смотри, вот здесь вот есть няка вкусная, типа, хрен тебе, ты ее не достанешь. И мы так в печали. Окай. Окаюшки. А ты куда вообще поворачиваешь-то, кстати? Куда вообще смотришь, и нужно ли, чтобы ты куда-то вообще смотрел? Да нужно, собственно, чтобы он сюда и смотрел, по идее. Нам нужно открыть каким-то образом. Так, ну этот открывает, я понял, да. Кабум! Кабум! Ой! Проблема! Не на, вот что называется, не нажал не на ту кнопку. Хорошо. Давайте мы разобьем заодно еще и там впереди. Каким образом мы получим некий проход? Кабум. Вот. Хотя это можно было сделать с этой стороны. Ну мы же люди такие, мы же ничего не можем делать, как нас просят делать. Мы делаем все, как мы хотим делать. Так, тебя надо куда-то развернуть. Ну, просто в том, куда тебя надо развернуть. Или все же... Походу я понял шутку юмора. А можем ли мы притянуть вот отсюда? Видимо, это все-таки слишком далеко. Видимо, это все-таки слишком далеко. Слишком далеко, зато мы можем, кстати, повернуть его вот сюда. Кстати говоря. То есть, повернем. Назад! Куда поворачиваешь? Я спросил у тебя выйти после этого. Мостик!
Мы забираем книжечку. Страница книги мертвых. Глава книги мертвых. Глава книги мертвых восстановлена. Этот предмет можно продать в Ульгриму. Замечательно. Замечательно. Теперь у нас есть полностью глава, целая глава, написанная из книги мертвых. Да, нам вниз точно не надо. Глянем, что у нас вот в этих трупиках. В трупиках, в принципе, ничего интересного особо нету. И можно спокойно открывать дальнейшую дверь. Потому что здесь мы ничего уже не достанем. Дверь открыли, сейчас нам, наверное, постучат по головке. Скажут, что, мол, вы плохие ребята. Зачем вы сюда пришли? И все такое. Нам же это, естественно, не нравится. Поэтому будем сопротивляться. И мы нашли свиток Судьи Душ. Следуйте в этом направлении, чтобы выбраться из лабиринта Судьи Душ. Восток, юг, север. Этого следовало ожидать. Ну что, все? Или еще кто-то на меня позарится? Видимо, все. Хорошо. Не будет лишних претендентов, не будет лишних проблем. Так, кому мне здесь надо эту хрень вставить? Главное, простите, куда? А еще главнее, простите, как? А ну-ка, ставь. Вот с этой фигней ты можешь бегать? Или ты, в принципе, ни с какой фигней не можешь бегать? Априори, так сказать. Да, он с этой тоже фигней, видите, не бегает. Нам как-то надо вот в ту фигню все-таки это запихнуть дело. Не вот в эту, а в ту, которая сверху. Ага, стоп. Кажись, я чуть-чуть одуплил. Так, теперь сюда. Теперь повыше, бам. Хорошо. Ага. Ага. Он оно чё. Хорошо, допустим. Допустим. Так, мы эту фигню взяли. Теперь вот сюда поставили. А как-нибудь быстро перебраться на ту сторону нельзя, да? Блин, я бы, кстати, за вот этой статуей спрятал бы, не знаю, там какую-нибудь копейку лишнюю. Почему бы нет? Было бы прикольно. Вот это реально то место, которое ты хрен найдешь, то есть, ну... Хотя бы монетки таким образом можно было бы собирать. Ладно. Ну, разработчикам виднее. В принципе, всегда. Мы забрали с собой этот важный ингредиент для нашего прохождения. Поворачиваем этот веселый луч. Забираем с собой эту веселую лампочку. Никак по-другому или иначе у меня язык не поворачивается ее назвать. Хотя смешно. Лампочка. Восстановили мы подачу электричества, ну, сил душ или как-то, не знаю. В общем, восстановили мы подачу. И я зайду вот сюда вот. Что же здесь такое лежит?
Это невозможно. Я надеюсь, что тут лежало что-то полезное. Давайте глянем, что именно здесь лежало. Здесь лежали, по-моему, рукавицы вот эти вот. И они не очень полезны. Хотя урон шоковый плюс пробивающий дает, в принципе, больший буст, чем мне кажется. Но, возможно, я не прав. Оба-на. Ну, магией я не особо пользуюсь, а вот силу защиты я бы надел. Возможно, я буду ошибаться, возможно, я буду класть что-нибудь не то и так далее. Ну, ребят, не обижайтесь на меня, во-первых, потому что я все-таки могу сделать какие-то ошибки. Понимаете? У меня тоже есть какие-то недочеты, я несовершенен, я могу делать ошибки. Поэтому уж, что же сделаешь? Такое я. Вы тоже видите вот тут белое пятно? Это подозрительно поблескивает там. Ну, скорее всего, это просто недостаток текстуры, но... Прикольно, 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 прикольно. Ладно, спускаемся ниже. Спускаемся ниже. Падать или не падать? Вот в чем вопрос. Не хотел бы я падать, честно говоря. Опс, чуть не упал. Здесь ничего нет? Ничего нет, хорошо. Кабум, спустились чуть-чуть. Падай. Кабум, спустились еще чуть-чуть. Оп. Монетка. Точнее, реликвия. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Я нашел реликвию. Мне будет интересно больше, как мы отсюда подниматься будем. Потому что пока непонятно, как это будет выглядеть. Ну ладно. Так. Вроде бы все, пока будем чистить. Пока у нас все хорошо. Я можно не зачистить могу. Все вот эти невозможно. Вещи. Более или менее. И как-то остаться еще при этом в хорошем настроении. Я думаю, можно попробовать на обратном, конечно, пути это все дело зачищать, но. Я не могу. Лучше все-таки сейчас, пока мы занимаемся все равно. Ох ты ж, простите, ни хрена, у меня сейчас тут урон был. Как-то вот так вот мы их раздалбываем, короче говоря. Нет, определенно нравится. Смерть у нас довольно сильный мужик стал. Не то, что раньше. Сейчас он всех и вся прям на куски рвет. Уклонились мы от этого негодяя. Ничего он нам толком не сделал. Нужно продолжать разрушать все эти могилы. Ну, что, ну получим пару затрещин от этих ребят. Но это не так больно, не так обидно, как могло бы быть, например. Вот, видите, тем более, не зря делал. Надеюсь, нам дали какую-нибудь пользительную штуку, а не только... Не только это. Повышение ХП нам дали. И дали нам... Нет, не дали. Артефакт это у меня невозможно. Уже... Артефакт у меня уже был. Ну, кстати, что-то я легко справился здесь, не знаю. Не сильно меня напрягли эти трупаки. Видать, раскачался уже персонаж. Поэтому все хорошо. Здесь решили заранее на нас напасть. Воу-воу-воу-воу-воу. Воу. А лучники, простите, опасные черти. Еще вместе с этими, это как-то немножко неожиданно.
Так. Как-то это было жестко. Вот тут было жестко, честно. Так мало того, это еще же не конец. Недостаточно ярости. В чем, собственно говоря, проблема-то? Это еще не конец. Не место для лошади. Ну, понятно, что для лошади тут не место, как бы. Мы хотя бы косы под руками используем. Ну, тут меня, конечно, здорово так нагрели. А серьезно? Схрена ли? Я же нажал на вообще другую комбинацию кнопок, но у меня почему-то вызвался он. Зашибись. А вовремя режим Архонта вызвался, конечно. Что, все? Все. Шикарно. Второй осколок был найден, взят и... Камень душ, короче, там. Я здесь со второй стороны тоже открылась. Там мы, надеюсь, возьмем оставшееся здоровье, которое я не потратил. Если оно там все еще лежит. А оно здесь все еще лежит. Мы возьмем сейчас здоровье. И все будет шикарно. Вот на самом деле уже прошло где-то минут 40, наверное, минимум. Если не больше. Я думаю, что на этом конкретно эту серию пора бы уже завершать и начинать записывать это следующую, невозможно. Друзья мои. Но второй осколок я взял, так что думаю, что на этом хорошем окончании можем, собственно, и окончить запись.